В общем, я поклялся. Дал слово, что вот с этого дня больше ни одного матюка вот с этих ворот святости не выпрыгнет. Вот я сказал, как отрезал. Вот я день держался, два держался. И тут они приняли пенсионную реформу. Я как услышал эту, вот эту новость, я себе рот руками зажал. И вот чую, что вот все плохие слова, которые я знаю, всплыли со дна организма и булькают в глотке. Вот-вот начнется прорыв плотины. Я схватил полотенце, махровое такое, приличное. И ура, все, раз, как ляп, сижу. И тут министр здравоохранения говорит, после повышения пенсионного возраста люди будут жить по 120 лет. Я чую, ну не выдержат полотенце. Я схватил двуспальное одеяло. И ура, все. И тут министр финансов говорит, что к пенсии прибавят 1000 рублей, и на эту 1000, слышь, вот внимательно слушай, пенсионерам смогут помогать детям и путешествовать по всему миру. Одеяло вылетело с рта, как торпеда. И министр, сам у меня отправился в путешествие с подробным маршрутом, куда ему идти. И какая родственница по материнской линии его там встретит.